Ариару, мои маленькие любители, покушать, и мы начинаем играть такую увлекательную игру, как RimWorld. Ну, пока ждем 15 дней, окей. 2 недели, это потерпит. Нервный срок, у кого пельмени? Блин, занимайся своими делами. Еды у нас много. То есть все готовы, все здоровы, все готовы к окружению. На всякий случай сделаем еще себе боевого робота. 18 компонентов, 500 стали, это вообще на изи. Тем более, что у нас сколько, 2000 стали, это вообще на изи. На всякий случай, вдруг у нас случится такая хуйня, то что форс-мажор. Наверное, знакомая. Прикольно. Обожаю такую хуйню. Спиди, стой здесь. Прямо посреди базы, блядь, а хули нет. Джордан, стой здесь. Сюда иди. Ксионер, пока встань сюда. Дроид, атакуй его. Бёрд, ты, блядь, с мечом, иди атакуй. Спиди, убегай. Ты один не справишься против них всех. Надо сейчас подкрепление взять. Перепел. Исаак, да? Перепел. Иди сюда. Исаак, тоже иди сюда. Молодец, положил. Бёрд, давай. Еще. Дроид, пожалуйста, займись самолечением. Бёрд, убегай отсюда, убегай, убегай, убегай. А, минус Бёрд. Блядь. Я ненавижу, когда такая хуйня происходит, когда они посреди базы просто хуяксы приземляются. Сяк сюда. Убегай, убегай, Исаак. Дроид, ты можешь? Спасай его. Нет, не можешь. Стой здесь. Дроид, надо здесь. Да. Спиди. Спасай. Иди сюда. Сюда идите. Мы не дадим ему уйти. Так, тушить пожар надо сейчас всем. Мобилизоваться, тушить пожар. Все, мы их вроде всех ушатали. Идите тушить пожар сейчас всем. Захвати этого пидораса. Мы лучше здесь построим каменные стены. И дверь из дерева нафиг. И построим здесь вот такую вот копию. Все, давайте, ребят, собрались. Но мы, можно сказать, сделали с малой кровью. Сколько еще осталось? 13 дней. Ну, неплохо, мы пока справляемся. Да, он у нас сделался. Здоровье, что у тебя? По персоне, ты, да, ты офигенный чувак. Давай ты возьмешь автоматику. Налет. Понимаете, как делать Рэнди? Он сначала сделал солнечную вспышку. Теперь он сделал налет, чтобы я сражался полностью без турелей. То есть нафиг не турели, если постоянно налеты делаются в отсутствии у нас. Так. Самое стрёмное, то что пельмени у нас в жопе находятся. Так, ладно. Они уже здесь, что ли? Нет, не здесь еще. Пельмени, беги тогда. Блять, их тут дохуя. Да ладно, дверь долбить, не страшно. Спину настреливаю. Пофиг, все. Перепел, захватывай. Дроид, захватывай. Реактивный огнемет, ты серьезно? Тем временем оставалось 11 дней. Пельмени, что ты придумал? Смотрит на звезды в пещере. Прикольно.
Так. Механоиды, да? Они все с пушками. Я не сразу так понимаю, нападают, ладно. А, стандартная ситуация. Механоидов я люблю, а с них много плюшек падает обычно. Попали. Вот. Все, они изичные были. 10 дней осталось. Метеорит упал. Серебро? Неплохо. Бзыть. Налет еще, прикольно. Из механоидов, да? Давай сейчас по-быстрому. Джордан, иди сюда. И становимся в стандартное положение. Где? Босс? Капуста где? Пельмень, ты ебать! Вот так как у нас босс-пельмень находится в ебенях, приходится без них обходиться. Думаю, без них мы справимся. Надо бы просто успеть сейчас прибежать сюда раньше, чем придут механоиды. Да, пришли. Босс-пельмень, давай сюда. Ой, блядь, нет, нет, ксионер. Куда погнал? Сюда встань. Лучше сюда. Пельмени босс, давайте сюда идите. Атакуйте их, то с мечами. Так, перепел, что с тобой? Колта, рана, клинок. Перебегай, перепел, перебегай, перепел. Давай, 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 давай. Хоп. Уходи, 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 уходи. А, лечись. А, не все, мы справились с ним. Босс пельмень отдыхать. Цель была легче, чем я думал. Полярное сияние теперь. Еще ноль. Механоиды опять. Так, а то, что они здесь. А, так, два механоида, да? Верт и Спиди, сюда идите. Рэм, сюда иди. Босс, иди сюда. Да-да, босс, иди сюда. Тут еще поблизости. Рэм, давай иди сюда. Спасай. Надо спасти всех тех муфалов, которые пострадали. Муфалы оказываются полезные, они отличают от наших колонистов их и приносят пользу. Хорошо, что у нас пока все атаки проходят в эти ворота и с минимальными повреждениями для нас. Это пока меня радует. Муфалы нас очень сильно спасают. Сидите дома, не высовывайтесь никуда, просто сидите. Вам осталось сидеть всего тут 9 дней. Механоиды. Высадились прямо на базу, класс. Двое их, да? Сюда бегите все сразу. Ты по-своему попал, придурок. Все, иди спасай его. Блин, взял свой механоид, по-своему попал. Надеюсь, Спиди выживет.
Вот ходи без дела теперь. Лучше без дела ходить, чем пизды огребить. Лучше вы несколько дней не будете делать ничего от слова совсем, чем будете огребать. Спиди, пожалуйста, иди выздоравливай, потому что в следующей атаке ты нам понадобишься. Грозовой шторм еще. Еще пусти это хищные остатки, будет вообще весело. Блять, еще один. Бля, зря я загрел. Так, пизда, рулю. Ебала, заебала тут спамница. Так. С гранатами. Ты чё, дурак? Голову? Босс голову поймал? Ну, босс, отступай. Спасти перепел. Давайте вы все сейчас подорветесь и будете тушить, кроме босса, конечно. Давай ты будешь тушить, пожалуйста. Еще хаски? Еще три хаски просто прибавилось к поселению. Не-не-не-не, идите нахуй. Мне хватает кипиша и хватает экшена. Хватит. Тем временем осталось 7 дней. Перепел, а ты чего пошел заниматься? Ты типа здоровый самый? Ну да, типа здоровый самый. Ну ладно. Живи тогда. Живи. Пельмени уже 31 год. Боссу 60? Нихуя себе. 32, 48. 26, Исаак самый младший у нас, 6 дней, 1 квартал, 1 квартал, 41, ну да, тоже старички, старички уже все, зато опытные и через многое прошли. Ты хочешь сказать то, что они приземляются прямо здесь? А нет, фу. Это все пираты? Вот еще пираты, да, и они с разных сторон, короче, нападают. Но их мало, да? Пельмень. Босс. Вы с гранатами? Так. Я просчитался. Перепел, иди сюда. И спиди сюда, иди. Я поздравляю, ребят, вас ждет смерть, если вы так зайдете. Так, а вы вдвоем иди сюда. Бёрд, атакуй ее. Так, пельмень, стой здесь. Блядь, перепел. Перепел, стой здесь. Акционер. Пиола. Все, убегайте. На спиде. Так, давайте все тушить пожары сразу. Battle Droid, иди сюда. И Исаак, и Бёрд, как самый живучий. Здесь-то бог с ним, пожар, не пожар. Чините, главное, все, и все. Куда вы побежали, Рам и Рэм? Стоять! Долбоебы, нет? Сюда идем. Все сюда идем. И вы все сюда идем. Все съебались в ужасе. Не тушите, это не домашняя область. Успокойтесь, это не домашняя область. Она, я понимаю, что сейчас все сгорит, но что ж теперь сделать? У кого инфекция заражения? У перепела? Так это выздоровление, не хотелось бы, чтобы вы слегли от заражения. У тебя печень. Еще черт, да?
Так, перепил, делаем операцию по пересадке печени. Прошло успешно, да, все. Изражений как не было. Тем временем оставалось 5 дней. Ну хотя бы так. Мы хотя бы немножко отстроили базу. И готовы к новым волнам. Сколько тут трупов, просто мама не горит. Еще налет. Враждебные механоиды с двух сторон. Раз, механоиды. У всех 4 штуки, они все с клинками, окей. Где еще они? 2, тут один всего, но с пистолетом, ладно. На, они все едут в одно место. Какие умницы. Что там хаски делают? Минус хаски, классно. По дроиду попали. Хаски, муфла, это ладно. Все, разбежались. Дроид, иди, или тебя полечит. 4 дня. 4 дня, ребята, 4 дня, и мы свободны. Мы свободны от... Да ладно, к нам торговый караван пришел. Не верю. Осада из знакомых. Так. Все собрались здесь. Кроме, так, по-любому пельмень, потому что у нас самый офигенный стрелок, сюда иди. А босс, ну ты тоже офигенный стрелок, таксионер, персона 14, 11, 15, вот Исаак, иди сюда. И все, и хватит остальных. Занять миномет. Выбрать цель для атаки. Где вы там? Обоснуть уже где-нибудь, а? Вот все. Атакуйте. А, пельмень. Вопрос, можно? Почему ты не пошел к миномету? Снарядов нет! У нас нет снарядов! Да все сюда. Все сюда тогда собрались. Нет, не сюда лучше. Вот сюда вот, где толстая крыша. И сейчас будем пережидать, потому что нет другого варианта. Хотя есть, типа, один вариант, он безумный до дикости, но может сработать. В атаку! Так, убегайте отсюда, убегайте, босс, особенно ты убегай. Исаак, иди сюда. Так, для начала сгруппируемся, так, чтобы не огрести. Так, соберемся здесь. Так, ты. Так, давайте определимся сначала. Все пришли, так, Спиди. Спиди сюда, Рам-Рэм с ним. Так, и вы вдвоем сюда. Так, вы в компашка вся. Сюда идите. Так, тем временем, когда их отвлекли, давайте зайдем в тыл. Исаак и Перепел, давайте на передовую, потому что неху тут сидеть. Отходи сюда, Пиол. Настреливаем, продолжаем настреливать. Спиди, ладно, бегай. Перепел, атакуй его. Можно сказать, мы отделались малой кровью. Так, вы занимаетесь своими делами. Босс, что с тобой по здоровью? Ладно, идите сами. Надеюсь, вы сами определите, что кому надо лечить. Пельмень, то, что ты здоровый самый, перенеси вот эти осколочные снаряды, потому что они нам понадобятся. А вот. Исаак, ты тоже спасай муфала. Так, мы отделались от них. Зарашить это было хорошим решением, осталось 3 дня. Налет знакомый. Но они хоть далеко от нас, и это не представляет опасности. Так, давайте соберемся все. Вот тут дроид, давай, ты сможешь, я все верю. Шикарно. Говорить, что сейчас прорваться. Нет, все-таки большинство пошло в киллбокс, это хорошо. Отстреливаем.
Так, ладно. Джордан, что тут забыла? Так, давайте. Перепел и Бёрд, идите сюда. Звучит дохуя лирик слишком. Так, пельмень, ты где? Спишь? Спи. Так, вы вдвоем с ним справитесь? Стоять. Атакуй его. Сенеры, сюда. Садитесь сюда, пожалуйста, вы вдвоем. Как самый лучший снайпер, и ты сюда подойди. Все, спасается с объектом, это шикарно. Лечите раны. Все, отступайте. Чините все, что потеряно, и замечательно. Бзыть произошел, да? Не очень неприятно это было. Сада? Ой, самое неудобное место. А, они пошли вверх, ладно. Все, они начали осаду. Так, пельмень. Занять миномет. Босс тоже займи миномет. По-моему, в прошлый раз мы ксионера брали. Атакуйте их все. Давайте вперед. Да попадите, что ли, вы по ним. Все, вы просто так просрали все эти снаряды. Придется ждать еще, я тебе могу сказать. Пожалуйста, начните тушить пожар. Я могу запустить? Так, давайте мы просто все забьем на все и ляжем в саркофаги, в пизду вас. Забейте на все. Так, пельмень, ты лежишь? Исаак, пожалуйста, ты не будь дебилом. А теперь вроде все легли. Так, смотрим. Здесь занято. Все. И по идее запускаем корабль.